Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор. Будет он немного необычный, поскольку подобных посылок мне еще не приходило. Обе достаточно интересные. Первая посылка — это почта Молдовы, она пришла. Это внутри моей страны эту посылку только можно получить, и также возможно получить ее в Украине, насколько я знаю. Это у нас онлайн-магазин, о нем немного расскажу позже. Тут у нас вот такая вот посылочка большая. Она, насколько я знаю, халявная, ее потрепали. Мне не нравится то, что почта вот... Вот что это вот за дела? Ну, конечно, через эту штуку они ничего толком не вытащить, наверное, не смогли, но порвали, то есть есть косяк. Помяли ее жестко, вроде бы просто бумага, а помяли так. Ну, в принципе, это наша почта, я вообще не особо в последнее время доверяю. Так, пришла такая у нас посылочка. Посылочка халявная, по-моему, это должны быть журналы. Ну, точно я не уверен. Потому что я заказывал журналы, мне что-то стало интересно. Есть журналы по поводу радио, там, деталей, ну, блин, короче, радиоуправляемой техники, вот. Но это, по-моему, уже не то. Так, у нас тут какая-то гадость. Так, давайте даже не считай. Это, короче, просто, ну, халявная посылка, так скажем. Что у нас тут? Это у нас образцы. Кстати, а классная даже. Это что, двухсторонний скотч, что ли? Или кусок ламината, я не знаю, что это такое вообще. Ну, очень-очень гибкий какой-то материал. Это вообще просто образцы бесплатные. Заказывал просто так. Решил попробовать, придет. Мне было просто для интереса, я больше заказывал. Мне было интересно, придет ли мне на халяву посылка. Ну, пришла. Тут макулатура, ничего интересного целом нету. Так, тут что-то уже поплотнее пошло. И тут у нас находятся образцы. Это настоящие образцы, то есть тут просто вот кусочками вот наклеено это все дело. Рифленое, то есть, видите, оно наклеено все. Оно блестит достаточно, я не знаю, чего это образцы. Это, по-моему, образцы кафеля какого-то. А, нет, это даже не кафеля. Ого, нифига себе, первый раз такое вижу. Это образцы, получается, межкафельного... получается, ну, между кафелем вот этот вот, я не знаю, это цемент или что это такое, ну, какой-то уплотнитель, не знаю, который держит именно клей, по-моему, это называется. Это, видимо, образцы, и можно его делать, то есть, вот такой структуры, можно его сделать какого-то цвета, можно с блестками, интересно, первый раз такое вижу, раньше никогда такого не видел. А, и кроме того, оно светится ночью. Ну, я не знаю, это на халяву посылка, так что не судите строго, просто заказал по интересу. Мне больше для интереса это был заказывал. Мне было интересно, придет или не придет. Далее у нас вот такая посылка с Молдовы. Сайт скину в описании. Сайта первый раз с него заказываю. И она уже, как видите, вскрытая. Дело в том, что заказывал не один, заказывал я это все вместе с моим знакомым. Это деталь для нашего проекта, ну, для моего, вернее, проекта. Тут даже для нескольких проектов хватит. Такая маленькая достаточно коробочка. И косяк, сразу же расскажу о косяке магазина. То есть первый раз заказываем, и сразу же первый раз косяк. Тут у нас пришли всякие конденсаторы, по 100 штук резисторов. Ну, тут сделано так, что менее 100 нельзя заказывать. Так. Сейчас упал один микрофончик. Так. У нас тут такие вот клипсы есть. Есть, получается, микросхемы. Это микросхемы у нас тогда 2003. Достаточно интересная микросхема. Потом я от них буду отдельно видео делать. Есть тоже усилитель тогда 2050. Есть конденсаторы. Опять же, резисторы. Клипсы. Есть у нас, самое интересное, это у нас 6 микрофонов. 6 разных микрофонов заказал. 2 у нас таких мини и 6 таких, вот таких, они среднего размера. Но у них получается особенность в том, что у них частоты разные. То есть это у нас, по-моему, очень низкочастотные предназначены, а это для высокочастотных. Я потом посмотрю, я хочу пробовать все 3 типа микрофонов, то есть у нас попарно будет стерео. Я просто спаяю сначала схемку. А, вот тут еще есть штучка, у нас тут 2 микросхемы находятся, это усилители для микрофонов. Получается, у нас тут эти вот штучки. Я просто хочу спаять схемку и попробовать посмотреть, как это все будет работать. Схему усилителя микрофона. Хочу пробовать все микрофоны, посмотреть, какое лучше. Я хочу пробовать сделать свой микрофон, то есть свой микрофон со студийным качеством. То есть, ну, прям студийный мне не получится, но он получится с хорошим качеством. Я попытаюсь максимально его заэкранировать. В общем-то, сделаю об этом видео, но об этом не сейчас. Дело в том, что заказывали мы с сайта. Мне это, кому интересно, допустим, резисторы мне обошлись буквально в копейки. 10 копеек, ну, 10 наших бань,
молдавских, это вообще... Ну, короче, 100 штук стоит где-то $0.50. Но это, по-моему, очень даже дешево. Тут, вот, допустим, такой вот пакетик резисторов. Микросхемы стоили где-то по доллару, очень тоже дешево. Но это можно заказывать только тем, кто живет в Молдове. Кто живет в Молдове, кому интересно, то я кину ссылку в описании. Кто не живет в Молдове, то извиняйтесь. Ну, или если в Украине живете, тоже вам проканает. Если вы не живете в Молдове, извиняйте, я не знаю. Хотя можете на сайте ему написать, ну, продавцу, ну, самому консультанту, и он вам ответит, можно так делать или нет. Проблема в том, что мы заказали с другом, заказали, получается, на двоих, чтобы доставка была дешевле, поскольку там за доставку нужно платить, разделили просто доставку на двоих. Но произошел такой косяк, что мне, в общем-то, почти все пришло. Ему не пришло, получается, одна макетная плата, то есть вот такая плата ему не пришла, и несколько конденсаторов, по-моему, еще что-то ему не приходило. Мне не пришло одна тоже макетная плата, вот такая же, макетных плат должно было две, и мне не пришел, получается, пошаговый переключатель. Ну, это просто как тумблер, получается. У меня не пришло две части, то есть... Не знаю, кто там сидит, консультант, он отнесся небрежно к своей работе, и мне оттуда не пришло вот эта вот штучка, и, ну, какого, макетная плата, и пошаговый переключатель. Остальное все отлично, конденсаторы, ой, кстати, резисторы тут все советские, то есть маркировка вся советская, старенькие, но они все новенькие, так что я думаю, более чем будут работать, потому что у конденсаторов нет настройки службы, резисторов, конденсаторы тут уже современные идут. Честно скажу, в целом я рад, что заказал, поскольку вот такие вот микросхемы, их реально очень трудно найти у нас вообще в стране. Ну, не знаю, даже у меня в городе их можно найти, конечно, в стране их это без проблем найдешь. У нас в городе найти тоже можно, но там такие заоблачные цены. Просто вот такой вот такая вот микросхемка, вот у нас ТДА-2003, вот у нас 4 штучки, я буду усилители из них делать. Одна такая микросхемка, если я заплатил где-то по нашей валюте около 20 лей вот за одну штучку, да, то у нас тут до 100 лей завышают. То есть 5 раз выше цену за одну штучку, а я заказал, получается, 4. Очень реально у нас сильно завышают цены. На сайте я рад, что заказал, там все очень дешево, именно кто живет в Молдове. В целом все хорошо, единственное, вот схалтурил, я не знаю, продавец или кто там, и пришла только одна макетная плата. Мы еще с ним не общались, сейчас будем разбираться, что да как, возможно, он просто что-то перепутал. Я в описании к этому видео выложу, ну, то есть в описании напишу, вернул ли он нам деньги или отправил еще вот эти вот макетные платы недостающие. Ну, я не знаю, как это у нас получится, но я надеюсь, с продавцом все будет хорошо. Но все равно я рад, что потому что заказал эти запчасти. Реально, они стоят намного дороже, чем я заплатил. Даже эти вот микросхемки, их очень дорого продают. Даже если в Китае заказывать, их невыгодно, потому что ты будешь еще переплачивать $1-2 за доставку. В общем-то, такая посылочка, это на халяву у нас просто образцы. Я не знаю, это неинтересный материал, но он просто получается халявный, так что уже хорошо. Шла такая в такой вот коробочке, достаточно хорошо упаковали, но опять же косяк, не пришли все запчасти, я не знаю, что за фигня. Ладно бы там, допустим, только один тип запчастей не пришел, а мне еще макетные платы, ой, не, кроме макетных плат, еще пошаговый переключатель не пришел, и я в целом где-то потерял на этом 2 бакса, ну, 2 бакса в целом, я вот это все заказанное, это где-то на 20 баксов у меня вышло, я потерял 2 бакса, на 2 бакса не доложили, я не знаю, с чем дело. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, вот такой был достаточно коротенький обзор, кому интересно, ссылку скину в описании, кстати, кому интересно насчет этих вот микросхем, в описании также скину ссылки на AliExpress, возможно, даже ссылки на, кому интересно, можете мне написать в личку, я скину ссылки на, получается, схемы. Это у нас усилитель для микрофона, это у нас предварительный усилитель, можно его там, ну, перед усилителем нормальным использовать, или для усиления наушников, и это полноценные усилители на 10 Ом каждый. У нас 4, тут можно, ой, не Ом, а 10 Ватт каждый, можно тут на 40 Ватт сделать стерео, ну, там будет по 20 Ватт на канал. И тут 6 микрофонов. Скоро буду видео с этими запчастями делать, ну, проект, то есть. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, в общем-то, пока. Thank you.